Вместо того, чтобы нажать «Продолжить запись», я умудрился остановить ее. Ну, бывает. Да, ребята, это Секира. Битва с филином очередная у нас будет. Мы же не можем к нему подкрасться. Конечно, нет. Маловероятно, да. Так, давай тогда сразу сожрем. Да, например, Ака съедим. Чего нет? Да, у нас их много. Снова говорить? А. Просто пока... А? Что, Да, каждый раз опять, через каждый раз. касцену? Каждый раз катсцена. Касцена, да? Видимо. Так, здесь я успел, конечно, но такое. Надо по ХП его сначала просадить. Граната непонятная штука, конечно, вообще. Вот здесь попадаю всегда стабильно. Ака, кстати, вообще не сработал. По таймингам я опять не попадаю. Мне он неудобен по таймингам. Я не знаю почему, но для меня именно почему-то неудобно с ним сражаться. Хотя противник так-то несложный. Если он вот эти удары использует, он несложный. Если он использует что-либо другое, он уже посложнее. Это граната дурацкая. Что-то произошло вот. Что сделала граната? Не знаю, я не вижу, чтобы у тебя хпшка отнималась. Ого. Я понял. Я лечиться не могу. О-о-о. Он мне фляжки запретил. Да. Вот первый раз он попал гранатой. А я потому что решил побить гранату. Гранату? Интересно, долго она будет висеть. Все, она все. Перестала. Самое время полечиться. А не могу, видишь же, он я понимаю, душит. Он душит, прям и душит. Не, я здесь не успеваю. Надо именно уворачиваться от атаки. Тогда успеваю здесь пробить один раз, хорошо. Опять я попал в зону действия гранаты, получается. И плюс он успевает пробить. Какая глупость. Ладно уж, что есть. Как ты догоняешь? Ну, мужик, ну серьезно. Архис... Опа! Зажал, вообще зажал. Очень большой радиус атаки у него в том числе. Ну и тайминги, конечно же. С генитира было гораздо проще. Ну и все, и я не могу даже восстановиться. Едва-едва. Кстати, хитрая система, то, что он запрещает лечение.
Не сказать бы, что прям это страшно. Но это интересно. Подходящий момент. Да. А на тебе руине. Все-таки страшнее было бы, если бы это была граната. Вот этот вот этот атака лучшая атака. Здесь бы где-нибудь и еще его пробивать. Но не получается. Привет из Dark Souls с запретом на лечение. А я не помню там, что... Кто там Эстус запрещает? Слишком много стамины, конечно, пробивает. Добил. Не добил. Добил. Яд теперь кидает. Даже в такой маленькой глупости, как здесь, казалось бы, столько времени, если честно, у меня есть. А у меня времени на деле оказывается нифига. Тогда только в конце будем использовать, когда нужно будет пробивать по стамине. Ну и все. Вместо того, чтобы кидать вот так вот, он начинает делать не пойми что. Зажал. Зажал и запретил лечение. Редко он использует этот удар, к сожалению. Хотелось бы, чтобы почаще. И здесь вот этот вот кошмар, благодаря которому он догоняет. То есть по таймингу я просто физически не успеваю уйти. А в то же время я обязан уходить. Потому что иначе у меня стамины банально не хватает. То есть для того, чтобы с ним хорошо сражаться, нужно парировать его. Иначе стамины не хватит. А я парировать не могу его. Поэтому очень неудачный противник в этом плане. Ух ты! Это было интересно. Вот я уйти. Он мне не дает уйти. Ух ты. Он мне просто не дает уйти. Зараза. Ты смотри, что делает. Ну, вот в том-то и дело, то, что убегать от него, ну, не получается. Еще яд. Яд еще накину. Да. А противоядие использовать не дает, потому что опять душит. И опять душит на огромное расстояние. И тайминги. То есть я не успеваю ни отрегениться, ничего. Это не то бросание сюрикена, мужик. Не то. Пошел в жопу. Я тебе серьезно говорю. Просто пошел в жопу. Делай что-нибудь другое. Да, ну вот и все. Он достает. Полечиться не даст.
потому что он будет до талого идти. А здесь внезапно начинает ходить. С чем это связано, непонятно. Когда не надо, ходит. Когда надо, не ходит. Пока что удивительно противный враг. Может пытаться там подловить. Но здесь я не успел. Я пытался зайти модзить. Опять яд. Да что ты... Сколько раз я нажал на эскейп, ты видела? Mm-hmm. Это странно. Это что странного? Вот здесь, да, можно пытаться пробивать. Из ПВП. В ПВП в Dark Souls не играл. Мне ПВП составляющие не интересны. Dark Souls — это игра про боссов, а не про школьников. Ах ты, зараза, я, блин, отвлекся, пока переключал эти навыки. Ой-ой-ой, а у меня яд почти прокнул. Ой-ой-ой, стамины нет, здоровья нет. И не отхилится. И не отхилится. Спасибо, камера. Спасибо большое, камера. Все, он восстановил себе стамину, но это не принципиальный момент, если честно, сейчас был. Без него я переживу. Опять. Тоже не играл, но предметы-то падают. Я не помню, какие там предметы уже. Здесь надо пробивать, да. Только парирование, иначе просто стамины не хватает. Ты задолбал именно этим ударом бить-то. Ты зачем им-то бьешь? Мужик, ты серьезно? У тебя других атак не осталось? Не осталось. На полном серьезе он теперь одно и то же делает. И это самое одно и то же меня убивает. Потому что именно эта атака как раз она и... Наныл, хорошо. Яд, конечно же, успел прокнуть. Не с первого раза работает эскейп. Это очень неприятно. Третий порошок противоядия за битву. Есть. Я не могу с тобой драться, не могу. Да не могу я с тобой сейчас драться. Ты не понимаешь, у меня стамины нет.
Нет! Это очень плохо ты сделал. Это худшее, что ты мог сделать. И ты это сделал. Опять яд. Угу. Сколько же он лежит-то? Долго. Я стараюсь. Когда тебя все равно пробивают, хоть ты и петарды эти кидаешь. Но они с отложенным действием. Ничего удивительного. Если третья фаза будет, я не одолею его. Какая-то ушла. Да. Удивительный на самом деле противник. Пока что это, пожалуй, самый сложный противник из тех, что был. По таймингам сильно. Самый долгий. Не самый долгий. Ароматная ветвь какая-то. Отломил отец волка. Вечный цвет тоже сакура. И созревание его также навевает воспоминания о былом. Цветя она напомнила Такэру о божественном царстве. Одна из составляющих благовония. Отлично. Так, я лучше сразу отдохну, потому что вдруг там опять какие-то внезапные, резкие боссы, про которых мне не сказали. И здесь снова. Глупая, кстати, вот эта штука. Ну, может быть, это какой-то великий замысел есть, но мне не понравилось восстанавливать все тотемы эти. И то я не все восстановил. Еще верхняя башня комната осталась. Ну пойдем найдем эту верхнюю башню комнату. Там было раньше окно, теперь есть оно, нет окна, непонятно. Странное решение. Окно должно быть где-то здесь. Есть окно. Все, порядок. Если окно есть, то порядок. Все восстановили, перемещаемся. Вот комната Кура. Специфическая. Специфическая битва. Ну-ка. Волк. Я рад, что вы в безопасности. Афилин, я убил его. Прости. Господин Кура. Прости. Я сделал то, что должно. Волк. Спасибо. Мой отец. У него было вот это. Ясно, значит, она была у Филина. Вечный свет. Госпожа Эмма о ней как-то упоминала. Вечный свет — это сакура, принесенная из божественного царства господином Такэру. Она когда-то цвела за этим замком. Но когда от нее отрезали ветку и забрали цветы, вечный свет увял и засох. Так это та самая ветка? Думаю, да. Мы на шаг ближе к благовонию первоисточника. Да-да. Так и есть, волк. Волк, этот меч у тебя за спиной. Это клинок бессмертных. Месть, способная убить бессмертного? Да. Божественное дитя вот молодости? Монахи храма Сэмпа оставили свою веру ради бессмертия. В результате появились люди с фальшивым наследием дракона. Они же божественные дети вот молодости. Фальшивое наследие дракона, никогда бы не подумал. Погоди, божественные дети? Да. Их было создано много, но выжил лишь один ребенок. Видно, насколько эта сила губительна для людей. Теперь, когда у нас и есть клинок бессмертных, кровь можно пустить и мне. Мы на шаг ближе к тому, чтобы создать благовоние первоисточника. Узы бессмертия нужно разорвать. Да, господин. Волк, мы наконец-то сделали это. Когда мы изготовим благовоние первоисточника, ты сможешь пропитать ароматом свою одежду.
А теперь положи все составляющие в курильницу, как пожелаете. Миллион раз Е теперь. Господин. Волк, клинок бессмертных. Не бойся, я сделаю неглубокий надрез. Достань клинок бессмертных из ножен. Да, господин. Прости, но я попрошу тебя закрыть глаза. Да, господин. Ах. Все сделано, волк. Как рано. Все нормально. Я лишь чуть порезал себе грудь. Не руку, а грудь. Зачем? Я тоже не понимаю. Так это благовоние первоисточника. Оно так навевает воспоминания. Понятно. Ну как, что-нибудь изменилось? Ароматы и дворец первоисточника. Эти слова врезались мне в память. Дворец первоисточника. Все, как и писал господин Такэро, там точно должен быть проход в божественное царство. Как добраться до дворца первоисточника, свадебное подношение со сладким запахом. Вот что было написано на алтаре с ароматным камнем. Да, теперь ты отнесешь аромат благовония первоисточника. Насколько я понимаю, если ты зайдешь в святилище в пещере, перед тобой откроется путь во дворец первоисточника. С бессмертием скоро будет покончено, и рассчитываю на тебя, волк, как пожелаете. Диалоги тоже гениальные, ребят. Лучшие. У меня 7 шипов нет. Можно отдать напиток, кстати. Мы ей не отдавали обезьянье вино. Да. Все, спаиваем женщину, да. Вот. О, так это же... Это обезьянье вино. Что-то не так? Позвольте попробовать. Ой, как обжигает. Посмотрим, да, обезьяны, кажется... У меня сильна связь с обезьянами. Вот как? Вы мне не верите? Когда совсем маленькой, я была одна, стояла там и ничего не понимала. Я не могла ничего сделать, ни закричать, ни даже разозлиться. Я была в ступоре. Там стояла обезьяна, ела рис. Обезьяна. Большая обезьяна. Да, с таким аппетитом это делала. Помню, как меня это разозлило. Но потом она поделилась со мной рисом. Он был таким вкусным. Какая добрая обезьяна. Да, то была очень добрая обезьяна. Не то, что сейчас. Ага, вот и поговорили, как говорится. Чё толку, правда? Ароматы, ароматы. Да-да-да, играем в парфюмера. Так. Теперь нам нужно вспомнить, куда нам нужно идти. А нужно нам идти вот дверь Ой. Свадебной пещеры. Там логово обезьян было закрыто. Да ладно. Да нет. Где? Вот там глубина Хасина. Возрождение обезьяны? Как меня задолбала эта обезьяна, ребят. Это просто жесть. Я ее дважды уже убил. Ладно. Ладно, ладно, идем. Тихо, спокойно. Идем убивать ее в очередной раз. Удар бессмертных. И поехали. Но перед этим, конечно же, поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым-то, собственно, на канале сейчас видосики выходят. Присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья — это главное. По ссылке в описании, ссылка на бусти. Переходим и подписываемся.